Прокачать свои навыки и уровень вампиризма. Как вы видите, я что-то построил домик. Кто-то построил это. Дома. Пещеры. Там я буду хранить всякие запасы, там магический предмет. Нужен для прокачивания уровней и ачивок, когда я стану вампиром. Но пока... Ну, в этой серии туда трусим то такое буду показывать. Покажу вам. Главное. Сундук. Стак досок. И каменный топор. Как бы пока больше все. Остальное я буду добывать сам. То есть это просто такой первоначальный набор, с которого я буду начинать видео. Проходить. Итак, вот ночное зрение. Так что, короче, в обычном режиме, это, понятное дело, я могу. Потому что, как бы, я в этой серии не хочу прям, чтобы по ночам. Вверх, они, можно сказать, захватывают почти всю карту. Это когда тут уже строил дом, тут уже 3-4 было. Они тут строят свое логово. Так, пока лучше не ходить. Вот. Я пока из дня. И пойду. И дальше уже поставаться. Потом я уже... Ну, скрафчу себе меч, оружие, и пойду уже ночью. Пойду уже ночью в поисках вампиров. Так, вот тут вот их. То я тут крышу сделал, я вот хочу ее отделить. Ну, чтобы как бы она была отдельно. Тут у меня будет всякий склад, там, ну, всего ненужного там, например. Например, там какие-нибудь лежит, какая-нибудь руда. Просто убить. Кстати, оцените мою дорожку, как я сделал. Я, кстати, это делал все в креативе, делал так, что это не выживание. Ну, а что-нибудь построить. Больше как... ну, разнашпира, то есть... Черожу помещать. Мне надо бомбе, но пока... Я пока не буду лезть в драку, потому что у меня, во-первых, не топор, во-вторых, у меня мало жизней. Так, скоро уже наступит день, так что скоро я пойду добывать ресурсы. А, горите. Так, ой, там крипер. Так, теперь... ...днём, то есть они, видимо, так и остаются. Тут они никогда уходят. Ну, из всех моих... Ну, видео, которое я снимал про Майнкрафт, у меня не было ни одного раза такого, чтобы мне крипер, например, не за... Или не вообще меня не убивал. Сейчас мне повезло такое, что как бы за... Я не знаю, он, например, настанет этого моба. Уже я уже. Бывает такое, что вблизи крипер наносит мало урона, да, а иногда бы, что вдалеке, то есть с одного взрыва уже все. Так, я уже добыл почти 30. Теперь, сейчас будет 30, сейчас это дерево я дорублю уже. И пойду, главное, и пойду что-нибудь, буду уже крафтить палок и кирку скрафчу себе. Я еще в будущем хочу себе приручить волка. Надеюсь, когда я буду вампиром, он меня не будет атаковать. Нет. Я слуг, потому что они еще пригодятся на будущее, на прозапас. Сейчас я себе скрафчу вначале. Палочек, чтобы тоже было много, у меня чтобы запас у меня было. И тогда у меня уже не будет проблем с ними. Потому что у меня всегда с палочками всегда проблемы раньше были. Особенно когда я только начинал играть в Майнкрафт.
из нее можно сделать большую шахту, ее, ну, прокопать все. Думаю, тут можно, да, докопать до какой-нибудь большой пещеры, где, конечно, много можно, и вампиры будут. Но зато там будут много полезных ресурсов, алмазы там, может, изумруду не нужны. Можно исполнить вот. Поворот, я только что упал в какую-то шахту, вот как я и говорил. Он мне тоже очень нужен. Я его даже сейчас заберу. Хотя бы несколько блоков. Не понимаю. Это руда какая-то. Рудная медь. Сейчас играю за новую версию. Это версия 1.17. И какая, что такое уносится. Это что? Это что? Это вампир, блин, нужно срочно забаррикадировать. Откуда он тут взялся? Опа, он поймал вампир. Так, я его так он не выбрал. Блин, уже абсолютно ни одно сердечко осталось. Он мне хотя бы сейчас, мне хотя бы не успел. Так, пока, мне закончилось, все, оно закончилось. Так что вот. Ну, хотя бы так. Минус сейчас ночь или ночь, там, я тогда не буду выходить, потому что это опасно, как бы. Я не сильно глубоко нахожусь, так что я могу это, в принципе, определить. Нет. Ну, сейчас если там, то я не вижу. Вообще они днем сгорают, так что никак не могут быть на воле. И спавниться. Итак, много полезных ресурсов. Шахту шую. Забаррикадировал там вампира. В следующей серии я попробую найти лес вампиров, где их очень много. Я знаю, где это место находится на этой карте. На следующей серии вам его покажу. Я могу быть сразу.